начала зимнего периода с Нягинских дорог вывезено 77 тысяч кубометров снега. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Согласно ГОСТу, после окончания снегопада городская дорога должна быть чистой через 3-6 часов. На вывоз валов снега дается от суток до нескольких дней в зависимости от категории улиц. Сначала дорожники убирают основные магистрали, то есть центральные улицы, затем переходят к второстепенным дорогам. То есть мониторим, работаем, стараемся, просим жителей отнестись с пониманием вот к этим валам, которые остаются после прочистки, в частности, грейдера. Его оперативно невозможно убрать. Будем убирать по мере подхождения техники, да, погрузчики. Грейдер прошел одну улицу за 10 минут, а погрузчик на каждый заезд, перекресток и все остальное тратит 10-15 минут. Поэтому, соответственно, мы не можем почистить в один раз весь город. Просим отнестись всех с пониманием к этому и подождать, уберемся. Не стихает шум снегоуборочной техники в январе и во дворах. Расчищают внутридворовые проезды и парковочные места для автомобилей. Обо всех проводимых действиях коммунальщики уведомляют жителей при помощи информационных объявлений, которые расклеивают на рекламных щитах каждого подъезда. Это самый надежный способ. А еще предупреждают об уборке снега в мессенджерах и местных пабликах соцсетей. Информацию на своем личном аккаунте регулярно размещает и глава города. Хотелось бы, чтобы жители у нас были более компетентны, если видят, что работает техника. Просьба убрать личный автотранспорт с прилегающей территории, где работает специализированная техника по очистке дворовых территорий. Аномальные снегопады этой зимой накрыли всю Югру. Рекордный показатель – 231% от нормы в декабре был зарегистрирован в Саран-Пауле. Но это еще не предел. По прогнозам синоптиков, февраль в Югре обещает быть мягким и снежным. А это значит, что дорожники и коммунальщики продолжат работать в усиленном режиме.